Добрый день, друзья! Сегодняшний показ решила начать с этих роскошных предметов антиквариата. Посмотрите на эту восхитительную пудреницу, или ее можно использовать просто как шкатулку. Невероятной формы, карамельное стекло. Ну а теперь салатник. Сколько ему лет, как вы думаете? 50, 70, а может быть и 100? Все может быть, думаю я. Невероятная форма. Стекло необыкновенного, очень нежного цвета с оттенком розового. Три роскошные ноги. Он выглядит таким невесомым, легким, но от него невозможно отвести взгляд. Продолжаем тему красоты, девочки. Этот великолепный хрустальный флакон и бонбоньерка. Она тоже антикварная, она без клейма и тоже на трех ножках. С ручной росписью, конечно же, обрамленная золотом, все как надо. Сияние граней этих небольших хрустальных тарелочек, в диаметре они всего 15 сантиметров, и очень весенний с эффектом ежика бокал ручной работы, очень интересно выполнен, ну и невероятный кувшин из хрустального стекла, могу четко утверждать, по производителю я ищу в поисках, если знаете, напишите, пожалуйста.
только посмотрите на эти цвета и на эти формы. Как это классно вообще коллекционировать цветное стекло, хрусталь, разные формы, окраса, огранки. В общем, это выглядит очень эффектно. И особенно, когда у меня здесь это все играет в лучах солнца, в лучах света, это выглядит просто нереально. Этот чудо-ребенок, ангелочек, переводит нас плавно от стекла к фарфору. Очень милое создание от Гёбель. Я вам уже говорила о том, как я люблю броши, и совсем их практически не ношу. И фарфоровую брошь, тем более от Schumann, мне очень хотелось когда-то все-таки заполучить. И вот наступил этот долгожданный момент. Прекрасная цветочная тема от Schumann. Фарфор этой мануфактуры называли белым золотом Германии. Выпускается уже в течение 270 лет. Вторая старейшая фабрика в Германии продолжает работать и в наши дни. Исключительное качество и художественная ценность продукции. Это Фюрстенберг. Фабрика разместилась в старинном замке Фюрстенберг в одноименном городке. Это Нижняя Саксония на реке Везер. Клеймо – синяя подглазурная буква F. Сильная сторона Фюрстенберга – это живописный декор. Обратите внимание, с обратной стороны каждой тарелки есть номер Bradex, номер в каталоге Bradex. Что это значит? Bradex – это фирма, отделение, которое есть по всему миру, которой удалось упорядочить и регулировать коллекционные предметы, создав определенный каталог. По номеру в каталоге Bradex можно определить не только страну, изготовителя и прочие характеристики. Это как гарантия того, что у вас в руках настоящий коллекционный предмет, и это определенная защита от подделки. Красный прорезной фарфор и ручная роспись от Marienbad Ingres Weiss Porcelain. Саксония в фаворитах, во всяком случае сегодня. Моя главная покупка – дрезденский фарфор. Особо комментировать нечего. Сейчас вы все увидите.
Друзья, благодарю за внимание, за просмотры. Переходите в телеграм-канал, ссылка в описании под видео. Всего самого доброго и до новых встреч!